Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня будет отдельное видео покупки магазин Fun Day. Покупал всю одежду брат. Большой магазин находится наш на Авиамоторной, торговый центр Городок. И где Золотой Вавилон есть. Там самый большой. Там есть размеры на 52-54, всегда скидки, бюджетные цены. Можно джинсы найти за 1300 рублей. Ну, давайте начнем. Первая покупка. Это вот такая базовая кофточка, тоненькая, хлопок, черная. Вот, ну можно поддевать, можно так, когда совсем тепло, накинуть, пошел, все хорошо прострочено. Обычно классическая, сейчас покажу ценник. Так, стоит она 500 рублей. Изготовлена, понятно, Мирипура. Вот, 100% хлопок. Так выглядит. Очень классная, приятная ткань. Выбирайте лучше хлопок или вискозу. С полиэстером не берите. Fun Day там бывает. С полиэстером не берите. И далее покажу, как она на нем смотрится. Хлопок. Вот такая шапка. 150 рублей. Ой, 350. 100% акрил. Fun Day. Очень дешевые шапки Fun Day. А, нет, это 500 рублей. Нет, не 500. Сколько она стоила? А, 350, да, вообще дешево. Теплая. Это вот такая вот темно-синяя водолазка. Размер L. У них, видите, L идет на 52-54. XL ему большая. Была такая черная, и есть еще со скидкой по 500-600 рублей такие продаются. Длинные рукава, потому что рассчитаны, ну, даже на большой рост. Я так понимаю, на 180, наверное. Все прострочено. Самое главное, горло прикрывает. И давайте посмотрим состав. Так. Ну, вот так она выглядит. Обычная, классическая. Сейчас посмотрим состав. Так, получается, она стоила у нас 1200, видите, а размер 50. Вот видите, у них разные модели по-разному как-то вообще. Надо мерить все. Так, стоило 1200, сейчас 800 рублей, скидка 33%, размер L-ка. Ну, не пишут состав, но состав точно там. Сейчас посмотрим состав. А его нету, а вот. Сейчас вам покажу состав. Стопроцентный катон. Вот. И как-то непривычно, что бирка вот с этой стороны, слева, а не справа. Тоже непривычно. Вот. Ссылочка будет в описании. И последняя покупка Fun Day. Это вот такие джинсы темно-синие. Они единственные были. Или светло-синие. Размер 34-32. На их 52-й. 1300. Тут хлопок в составе есть. И делает это Узбекистан. Все вот аккуратненько прострочено. Вот. Они немножко расклешены. У кого вот мужчина, например, ну, с широкими бедрами. Ножки не худенькие, но бывает. Fun Day для них джинсы. Идеальная находка. Обычно, знаете, на худеньких подростков шьют, как типа в H&M. В твое еще можно найти джинсы. Вот так они выглядят. Все хорошо прострочено. Кармашки. Ну да, со временем, конечно, может цвет, мне кажется, выцвести. Но это потому, что такая ткань джинсов темно-синяя, они все вот со временем выцветают. Вот. Показывать на нем я не буду. Я думаю, так понятно, какие джинсы. Так что он не первый раз уже берет там джинсы. А на 2-3 сезона носить, если даже каждый день.
выдерживает. Ну, два сезона точно выдерживают. Джинсы Fun Day. А так, неплохой магазин. Но, к сожалению, для меня верхняя одежда немножко не мое. Если только джинсы, шапки, вот такие вот сумки, аксессуары. А так, магазин немножко не мое. Кому-то нравится Fun Day, но, к сожалению, мне он не подходит. Мне лучше H&M, Stradivarius, New York, вот такие магазины. Резерв. Так что все хорошо просрочено. Ссылочки все будут в описании. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, чем-то была вам полезна. Жду от вас комментариев, лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередные какие-нибудь покупочки. Так что была с вами Аня. Пока-пока.